Раз в месяц здесь проходит заседание экспертного совета по утверждению образцов новых товаров в массовое производство. Сегодня, например, Харьковское объединение ФЭД предложило фотоаппарат «Микрон-2», пока это самый малогабаритный аппарат с полным форматом кадров. Пермский завод представил телефонные аппараты до 50 новых наименований. Вот, например, портативная телекамера утверждается ежемесечно на совете. Экономическое производственное объединение «Радиоприбор» представляет образец катушечного магнитофона третьего класса. Третьего класса? Ну почему с третьего класса? Ну а где второй, где первый класс? Ведь у нас в радиоаппаратуре большой недостаток как раз низшего класса. Вот почему, вот спросить, завод здесь есть? Есть. Почему вы первого класса не можете выпустить? Мы должны более строго подходить к утверждению вот этих изделий. В совет входят представители от комитета стандартов, комитета цен, специалисты по отраслям промышленности. Возглавляет его замминистра торговли СССР Сергей Михайлович Семичев. Сергей Михайлович, как скоро образцы становятся товарами на прилавках магазинов? После того, когда они утверждаются здесь на экспертном совете, сразу должны быть запущены в массовое производство и с последующей поставкой их в торговую сеть. И мы все, то, что утверждается здесь на экспертном совете, у нас в качестве эталонов постоянно хранятся, чтобы можно было любой контролирующей организации сравнить то изделие, которое запущено в массовое производство. Wake up early, slap on some cologne. I'm ready for and I wanna go home. Working tech support on the next new phone. I'm 85 and I wanna go home. So day, me say day, me say day, me say day.